поэтому вишни цветут окрыленно в державе, и дети играют под солнечным богом дней. Добрый день, дорогие друзья! 35 лет отделяют нас от аварии на Чернобыльской атомной электростанции, самой страшной в истории ядерной эры. 26 апреля 1986 года в час 24 минуты летопись жизни человечества разделилась на до и после Чернобыля. Память о катастрофе, которая потрясла весь мир, не заживающей раной, останется в душе нашего народа. Великий подвиг людей разных специальностей позволил избежать неповторимых последствий. Ликвидаторам удалось сделать все возможное, чтобы уберечь весь мир от страшной трагедии. С тех пор прошло немало весен. Закончился 20 век, но не закрыта еще тема. Беда, Чернобыль, человек. До свидания, друг, и прощай.
после меня. Это все, что возьму я с собой. Вспоминая 35-летний рубеж самой страшной аварии на Чернобыльской атомной электростанции, мы преклоняемся перед подвигом ликвидаторов. Многие из них уже никогда не обнимут своих друзей, не увидят своих родных и близких людей. Мы всегда будем помнить о тех, кто спас мир от техногенной катастрофы. Их подвиг навсегда будет вписан в героическую летопись страны. Ответов. Остаются только вопросы. Как могло все случиться?
это. О Чернобыле вспомним песни. И об общей беде помолчим. И пусть тем, кто с нами не вместе, путь осветит пламя свечи. Стихотворение Ольги Хилькевич «О Чернобыле» в исполнении автора. Сводки, 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 ежедневные, как на войне. В них номера военных частей, фамилии солдат и офицеров. Их бой был краток, меньше минуты, но противник коварен и невидим. Плечом к плечу они вставали на борьбу со страшной бедой. Это мужественное братство пронесет свою дружбу, выкованную в радиоактивном Чернобыле сквозь многие годы. Вам, друзьям, посвящается. Этого страшного дня с нами разделяют наши друзья из города-побратима Фридрихсхафен, Германия. На связи Эльвира Мюллер и Хуберт Вейс, сопредседатели общества Freundeskreis Полоцк. Guten Tag. Добрый день. Да, пожалуйста, вам слово. Liebe Надежда, liebe Mitglieder des Vereins Чернобыль Эхо, sehr geehrte Gäste. Дорогая Надежда Максимовна, дорогие члены ассоциации «Чернобыль-Эхо», уважаемые гости! Zum 35. Mal jährt sich
и реактор катастрофы в Чернобыле, in der Ukraine. Was die Katastrophe für die Menschheit bedeutet, zeigen Regionen in Weißrussland, in denen 1986 bis zu 70% des radioaktiven Niederschlags abfällte. Atomkatastrophen kennen keine Grenzen. Dies zeigt uns dieses Unglück sehr genau und uns alle. 35. раз отмечается годовщина Чернобыльской ядерной катастрофы на Украине. Районы Белоруссии, в которых в 1986 году выпало до 70% радиоактивных осадков, показали, что эта катастрофа значит для человечества. Атомные катастрофы не знают границ. Это нам всем показало данное несчастье. Das Atomunglück in Tschernobyl hat tausenden Menschen das Leben gekostet. Tausende Menschen waren in den Strahlengebieten den körperlichen und psychischen Belastungen ausgesetzt, von den Strahlungen. Betroffen sind auch nach der Katastrophe geborene Kinder, die unter körperlichen und psychischen Belastungen leiden müssen. Auch in der Zukunft werden weitere Generationen vom Erbe dieses Kernkraftwerkes leben. Die Tschernobyl-Katastrophe hat den Menschen sehr, sehr viel Leid angetan. Чернобыльская ядерная катастрофа унесла тысячи жизней. Тысячи людей подверглись физическому и психологическому стрессу в облученных районах. Многие дети, родившиеся после этого стихийного бедствия, страдают также от физического и психологического стресса из-за последствий радиации. Над будущим поколением также зависло наследие Чернобыльской радиоактивной катастрофы. Она причинила людям огромные страдания. Aus Angst und der Lehre aus diesem Unglück heraus wird in Deutschland das letzte Atomkraftwerk im Jahre 2022 abgeschaltet. Wir bedauern sehr, dass in Weißrussland nach 35 Jahren immer noch auf Kernenergie gesetzt wird und in Ostprovinz das erste Atomkraftwerk gebaut wird. На почве страха и урока этого последствия, несчастного последствия, атомные электростанции в Германии будет последняя отключена в 2022 году. Мы очень сожалеем о том, что спустя 35 лет Беларусь по-прежнему полагается на атомную энергию и что первая атомная электростанция строится в Островце. Wir kennen einander nun schon über 25 Jahre und haben sehr wohl mitbekommen, dass einige von unseren Freunden aufgrund dieser Atomkatastrophe gesundheitliche Schäden erlitten haben. Noch eine Atomkatastrophe darf so nie wieder passieren. Мы знакомы уже более 25 лет и прекрасно знаем, что и среди наших друзей есть серьезно пострадавшие в результате ядерного облучения. Еще одна такая катастрофа ни в коем случае не должна повториться в этом мире. Wir wünschen euch heute ein schönes Fest und selbstverständlich beste Gesundheit von uns persönlich, von unseren Vorstandsmitgliedern und von all unseren Vereinsmitgliedern in der Hoffnung auf ein baldiges Wiedersehen. Мы желаем вам всем сегодня прекрасного праздника и, конечно, самого главного – здоровья от нас лично, от Президиума и всех членов нашего общества с огромной надеждой на новые встречи в скором будущем. Herzlichen Dank, dass wir an eurem Gedenktag, an diesem Fest teilnehmen dürfen. Herzlichen Dank auch an alle, die uns dies technisch ermöglichen. Herzlichen Dank und auf Wiedersehen. Большое спасибо за возможность принять участие на вашем празднике Дня памяти. Спасибо всем тем, кто это для нас сделал технически возможным. До скорой встречи, дорогие друзья-палачане.
Благодарим Эльвиру и Хуберта за то, что сегодня, в День памяти, они с нами и будут на протяжении всего концерта до его завершения. Свыше 70% радиации, выброшенной во время аварии на Чернобыльской атомной электростанции, выпало на территории Беларуси. Ни один народ на планете, ни одна страна в мире не испытала пока-то столь масштабной экологической катастрофы. Чернобыль в сердце каждого беларуса. Фотография, та самая родная, с которой они разговаривают.
с которой они советуются, которой обращены их все монологи. И иногда кажется, что сыновья отвечают им. Yeah.
времени свои герои, чтобы будущее было у каждого из нас. Тысячи добровольцев прибыли на борьбу с последствиями катастрофы. Иногда на принятие решения есть миг. Миг на то, чтобы понять цену своей жизни и отдать ее за жизни миллионов других. У каждого из нас есть миг. Только миг. Призрачно все в этом мире бушующем. Есть только миг, за него и держись.
жить в постчернобыльское время. Мы научились решать проблемы загрязненных территорий, оказывать помощь людям, пострадавшим от радиации. Научились справляться с бедой и строить планы на будущее, строить мир. Мир, который нужен нам. Ночь,
Пройдут годы и десятилетия, а черный день этой трагедии все равно будет волновать людей и тех, кого он не обошел стороной, и тех, кто родился далеко от того места. Этот день всегда будет объединять всех живущих одним воспоминанием, одной печалью и одной надеждой. Надеждой на жизнь, на будущее, на новые свершения и новые добрые дела. Потому что надо жить. Жить так жить. И вашим семьям. Пусть в сердцах всегда будут мир и любовь. До свидания. До новых встреч.